Заседание Межведомственного кредитного совета состоялось в зале районной администрации. Специалисты Южного главного управления Банка России провели для глав городских и сельских поселений консультацию по внедрению финансовой грамотности среди населения. Главными стали вопросы кредитования, страхования кредита, а также развития системы безналичных платежей. Цель моего сегодняшнего выступления в этой части в рамках пилота – совместно с вами, в общем-то, решить, как мы будем его реализовывать дальше. Объясню почему. Потому что в целом проект прошел успешно, интересно. Было 6 встреч, проходили они в формате вопросы-ответы. Общественная приемная. Любой мог прийти, задать, грубо говоря, любой, абсолютно любой вопрос. На территории Северского района уже открыты и функционируют несколько пунктов финансового просвещения. Так, совсем недавно в рамках работы таких пунктов консультации получили жители станиц Калужской и Григорьевской. Для удаленных от районного центра поселений возможность электронных платежей и управления финансами особенно актуальна. Эксперты помогают людям разобраться в тонкостях использования банковских услуг. Рассказывают о том, как приумножить накопление и наиболее выгодно и безопасно получить тот или иной финансовый продукт.